Давайте, девочки, я начну сегодня с платья вот этого. Предыдущее, помните, красное платье домашнее было маленьким размером. Я нажала на возврат. Они сказали, что можете оставить себе или подарить. Они мне вернули полную цену красного платья. По-моему, 10 чем-то или 12 было, не помню. На эти деньги я заказала вот это серое платье. Заказала размером 3XL, чтобы была уверенная, потому что платье на 2XL. Красное пришло очень в обтяжку, такое маленькое-маленькое. 2XL пришло, к примеру, на XL или даже на L. Это платье мне нравится. Пошив нравится. Есть карманы. Единственное, что мне в их платьях не нравится, я говорила, вот этот вот шов. Было бы красивее, если бы они шили без этого шва. Но, видимо, им так удобнее. Заказывайте побольше размеры, не бойтесь. Дальше покажу, что у меня. Смотрите, девчата, из 10 предметов состоящий вот такой вот педикюрный набор. Все в этом наборе меня устраивает. 3 лезвия дополнительные. Вот здесь одна лезвие уже есть. Вот эта ручка достаточно такая крепкая. А вот эта пилочка очень хрупенькая, аккуратненько надо с ней работать. Вот эти более такие, знаете, крепкие, неплохие. Упакован каждый предмет, вот был упакован в маленьких целлофанах. Я довольна этим заказом. За эту цену очень даже хорошо. Меньше 2 евро. Так, дальше идут патчи. 30 пар патчей позолота. Были алоэ вера. Не знаю, почему-то заказала вот эти. Упаковка очень красивая. На подарок можно будет. 2007 года срок есть. Сейчас открою. Увлажняют хорошо. Я использовала. Девочки, патчи я заказывала первый раз на их сайте. Вот такая вот лопаточка. Вот поддеваете вот так вот лопаточкой. Вот такая защитная пленка. Увлажняет очень хорошо. 30 пар. Вот с такой позолотой. Видятся они. Не знаю, какой эффект был, не думая что-то такое, знаете, вау, что-то сделают они. Но как увлажняющий крем, к примеру, если наносите какой-нибудь, не знаю, пудру, там что-то, использовать очень даже неплохо. Хорошие патчи можно заказывать. Оставлю также отзыв вот этого тейпа. Тейп хороший. Вчера я испробовала его. Даже на данный момент он на мне. Перед тем, как молиться, я сняла на утреннюю молитву. После иша нанесла на лицо, на утренний намаз сняла, наклеила на зеркало большое. Вот кошка тоже у меня здесь помогает. Повторно тоже клеится очень хорошо, держится хорошо. Не раздражает кожу. У меня кожа с куперозом, очень капризная кожа. Абсолютно никакого раздражения не было. Хороший тейп можно заказывать. Также вот эта штучка
С дивана вы можете собрать шерсть с кровати, например, с одеяла типа велюрового собирается, с ковра собирается шерсть, но с одежды не собирается. Если вам это принципиально для одежды нужно, для одежды не подходит эта вещь. Вот так как-то сегодня у меня вот такой вот отзыв. В дальнейшем буду делиться с вами. Хотела нажать на возврат, чтобы отправить на возврат сковородку. Они мне вернули 9,59 евро 50 цент, неполную сумму от стоимости сковородки. Так, дальше картина была на возврат у меня. Вернули тоже неполную, 4, по-моему, с чем-то было. Вернули 3,50, и то хорошо. И не нужно было мне возвращать ни сковородку, ни вот эту картину. Сказали, оставьте себе или подарите кому-то. Вот так вот получилось на этот раз. А цену красного платья вернули полностью мне. Буду делиться в дальнейшем, насколько как у меня будут продвигаться мои заказы. Есть еще одна посылка. Жду ее. Заходите, если вам интересно. Посмотрим вместе. Хорошего всем дня!